На сэкономленные отделом образования Знаурского района финансовые средства и при поддержке правительства республики для двух образовательных учреждений были закуплены интерактивные доски. Доски получили Балтинская средняя и Вахтанская неполная школы. Оргтехника также была приобретена для двух детских садов. Было отмечено, что благодаря электронной интерактивной доске процесс обучения становится более увлекательным, а для преподавателя упрощается процесс планирования и проведения урока. Администрация Знаурского района были приобретены для школ и дошкольных учебных заведений района две интерактивные доски с проекторами и ноутбуками. Во всех остальных школах они уже имелись, так как сейчас такое время, что это как бы улучшает работу и помогает учителю проводить более интересные уроки. Электронные интерактивные доски в основном используются преподавателями математики, физики, иностранных языков и биологии. Алена Утаева, Заур Устаев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.